Дата празднования Дня донора выбрана не случайно. 14 июня – день рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера, человека, открывшего группы крови и получившего за это Нобелевскую премию. Ангарская станция переливания, можно сказать, передовая. Крови и ее компонентов здесь изготавливают столько, что даже делятся с областью. У нас за 5 месяцев прошедшего года 202 первичных донора. И нас это радует. Нас радует то, что у нас увеличилось общее число доноров. Если раньше у нас было 20-30 человек в день, то сейчас в среднем 30-50. По пятницам 50 доноров – это у нас уже стабильно. Такой наплыв вполне объясним. Кроме благородного порыва помочь людям, есть и другие причины. За последний год по федеральной программе развития службы крови в России учреждения произвели капитальный ремонт и установили современное оборудование. Раньше полтора часа лежали, а сейчас всего полчаса лежим. Намного лучше и легче стало. Всего с начала этого года кровь сдали почти 2000 ангарчан. По словам медиков, если раньше средний возраст донора был близок к пенсионному, то сейчас на смену пожилым приходят молодые и полные сил люди. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов. Местное время.